Всем привет! Сегодня 12 ноября 2020 года. Сегодня мы смотрим уховерток в нашем террариуме и как они преспокойненько питаются. Но не все из них питаются, некоторые пытаются убежать, поэтому я их буду сейчас время от времени ловить, они будут некоторое время пробегать тут. В попытках удрать. Некоторые самые спокойные сидят и питаются, поэтому мы их не беспокоим. Так, 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 а на некоторые убегают. Самые спокойные у нас как раз нашли еду, и это хорошо. Нашли еду, а вот некоторые другие, они хотят убежать, поэтому они не попадают в кадр. Так, 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 те, которые не попадают в кадры, мы их отлавливаем и переносим в отдельный террариум, специально для них приготовленный. Террариум для них приготовлен, специальная стружка, мокрая стружка, в которой, думаю, что им будет вольготно сидеть. У нас здесь в террариуме было 12 экземпляров, видите. Я немножко сместил кадр. Так, теперь вот остались самые спокойные. Все самые шустрые разбежались. А у меня кадр был сфокусирован на одном экземпляре, на самочке, которая хорошо питается и хорошо себя ведет. Достаточно яркий свет светит, который дает даже сильную тень. Сейчас попробую перевести на другой экземплярчик. Вот видим, с отломленным усиком, потому что трудно пришлось. Пришлось даже придавить усик. Некоторые убегали, усики застревали в чашке Петри и оборвались. Но это самочка сидит. Мы у самочки видим коротенькие клешни в конце брюшка. Сейчас посмотрим, еще здесь есть интересный экземпляр. Понравился это, бананом они питаются у меня сейчас. Вот видите, у этого экземпляра даже еще сильнее оборвались усики. Ну что ж, так вот хотелось вылезти, и обязательно надо было просунуть голову в трещинку чашки Петри и убежать. Мы видим, что голова вот такая очень подвижная, на тоненькой шее на таком находится, перепончатой, что позволяет ей очень хорошо двигаться вперед и очень активно поворачиваться. Щупики имеются на голове. Сейчас на другом экземпляре переведу. Он сейчас тут хорошо показывает свои щупики. Вот самочка. Щупиками ощупывает, а потом подъедает. Сейчас подведем другой экземплярчик. Вот он. Это уже покушало. Сейчас будет думать, как бы убежать. Они тут все уже разбежались. 12 экземпляров сидело вместе с чашкой Петри. Осталось только 4 самых спокойных и самых голодных, которые не хотят освобождения. А хотят покушать сначала, а потом убегать. Сладкий банан их все-таки больше всего привлек. Но они тут не голодные, а вообще-то говоря, у них много растительной еды. Как и тараканы. Уховерки едят все подряд, все подряд. Они и листик съедят, и травинку съедят, и крупинку съедят. Хотел их подкормить сахаром, но они так быстро все разбежались, что уже не удалось
поэкспериментировать насчет сахара. Сейчас попробую насыпать сахара сверху на банан. Может, им понравится, потому что есть насекомые, которые называются чешуйницы. И одна из чешуйниц называется сахарница. А у нас будет вот уховерка сахарница. Вот я насыпал ей. Сейчас сахара посмотрите, сколько я ей сахара насыпал. Вот, сколько сахара. Ну, банан более сладкий. Одна уже откушалась. Сейчас решила походить, погулять, поискать место освобождения. Сейчас будем ее отлавливать. Вот это спокойно. Притаилась. Это притаилась. Вот. Все-таки хочет убежать. Сейчас пока. Ну, эти все спокойно сидят. Так. Вот, видите, пробежала. Ее сложно поймать в фокус при большом увеличении. Потому что эту я уже зафиксировал в фокусе. И она спокойно себя ведет. А та носится по чашке Петы. По крышечке. Сейчас попробую ее показать. Нет, уже не попробую. Она убегает. Поэтому мы ее отлавливаем. И переносим в другую чашку Петы. Пока посмотрим. Тут экземпляр, который спокойно себя ведет. Вот он спокойно себя ведет и кушает себе на здоровье. Одна, между прочим, спряталась тут под шкурку банана. Вот она сидит. Усик выглядывает в темноте. Там спокойненько себе сидишь. Никто тебя не видит. Спрятался. И сам ничего не видишь. Не беспокоит. И не надо вылезать. Вот сейчас мы хорошо видим. Кожистые открыли на спинке. На грудной части имеются такие, похожие на элитры у жуков, надкрылья. А еще выглядывают с разрезом две кожистые складочки задних крыльев. Но сами задние крылья пластинчатые, и они веером в три раза сложены под переднюю пару крыльев. Поэтому они хорошо защищены, а брюшко открыто и позволяет протискиваться самые узкие трещинки под листики, трещинки коры, забираться и прятаться, и доставать еду, и, конечно же, укромное местечко, самое главное, для того, чтобы спастись при приближении какого-либо хищника. А птичка, синичка, которая хотела бы подкормиться всегда, с радостью сожрет такую замечательную уховерку, а никакой щипцы, вот эти вот, которые вот тут вот сзади на хвостике, не помогут. Потому что щипцы слабенькие. И синицу не укусит, и человеку не укусит. Так что не бойтесь, когда вы видите такую с клешнями уховерку, она совсем даже и не кусается. Все это сплошной миф. Если вас укусил, то может быть укусила муха, комар или клоп. Но не уховерка. Я уже тут несколько раз подставлял руки, пальцы и переносил их руками. Казалось, что никто не кусается и не жалится, потому что это вовсе не жало. Это просто клешня для удержания друг друга. Вот, подпитывается. Хорошо, прогнатическая так называемая голова, которая вытягивается хорошо вперед. Длинные усики и две пары максилярные и мандибулярные щупики. Ну, видим одну пару щупиков тоненьких, там маленькие еще должны быть, другие еще более мелкие. Вот надо все ощупать, покушать и погрызть сладкий банан. А сахар, который я набросал, сахар начал растворяться. Ну что, тут другая уховерка спокойно себя ведет, никак не реагирует. Так что вот такая у нас уховерка, самочка. Здесь у нас все две. И тут тоже самочка, видим. Гладкие клешни. Потому что у самца клешни с двумя зубцами совершенно другие. Вот там немножко появилась влага. Это сахар растворяется на влаге. Ну, уховерка не реагирует. У
Хойверка боязливая насекомая, поэтому свет ее раздражает, и она старается замереть, чтобы как-то спастись. На всякий случай замереть, притаиться. Это хорошая стратегия для насекомого, чтобы притаиться. Вот тут, как, например, вот это вот. Спрятаться вот тут под шкурку банана. Никто тебя не зовет, только хвостик высовывается. Потом можно убежать. Так что вот такое сегодня у нас было знакомство крупным планом наших уховерток, самочек. А самца с его огромным большим хвостом, клешнями, покажем в следующий раз. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Заходите на страницу в Patreon. Становитесь спонсорами, меценатами. Это всегда нам будет приятно. Сейчас попробую еще приблизить зону. Но думаю, что это почти что максимум. Вот это вот максимум, который я могу подтянуть. Могу еще поставить здесь линзу, но уже не буду. Вот, мы посмотрим, какая хитрая, смешная шея на этой веселой ноте грызущего уховерка. Уховерка передает вам привет из Киева, столицы Украины, и говорит: подписывайся на канал Виктора Фурсова, доктор Виктор Фурсов, энтомологист, бикипер, тичер. Заходи на страницу Patreon. Пока-пока, до новых встреч на моем канале.